Ее в этом, в черном, по-моему, на мешке или в одеяле, ее вынесли к скорой помощи. Ее пытались реанимировать, но все усилия врачей оказались тщетными. Лежащую на полу пожилую женщину обнаружили пожарные, когда зашли в горящую квартиру. О пожаре большинство жителей этого дома узнали, выйдя в подъезд на шум. Слышим, стекла летят, что-то шум, гам, думаю, дерутся, что ли, кто. Вот. А потом уж смотрим пожарные, ну быстро рукава, тут бегали. Что случилось, узнали уже потом. Рассказывают, в этой квартире 80-летняя женщина жила одна. Она уж худенькая такая, маленькая, на лето ее дочка забирала в этот, на дачу. Ее родственники, говорят, живут рядом, но помочь пенсионерке они бы не успели. Все произошло очень быстро. Сообщение о пожаре поступило в 8 часов 19 минут, в половине девятого. Пожар был ликвидирован. Замыкание прихожки этой проводки. Она сама там пыталась что-то сделать и задохнулась. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Точную причину возгорания назовут пожарные дознаватели. Рамиль Шайдуллин, Аиль Абдуллин, вызов 112.